Привет, друзья! Высокие технологии в необученных руках – зло. Я не знаю, чья тут больше вина – покупательницы, которая не удосужилась изучить матчасть новенького шикарного электромобильчика, или продавцов, которые умолчали о том, что эта штука ездит не на бензине. Зато результат уже разлетелся по интернету. Бедная девушка тщетно пытается понять, как заправить бесовскую машину под смех зрителей. Героиня видео явно не понимает, в чем принципиальный подвох, а потому поступает так же, как и большинство людей в подобной ситуации. Начинает пробовать решить задачу и так, и сяк, в меру своих познаний. Выглядит это забавно, спору нет, особенно в свете настойчивой рекламы электромобилей как транспорта будущего, умных и дружелюбных к пользователю. Как тебя заправить, чудо заморское? Ну как вам? Пока видео на паузу, самое время поделиться им с друзьями. Для тех, кто не до конца понял суть курьеза, на видео фигурирует Tesla Model S электромобиль, который нужно заряжать электричеством. Выглядит это примерно так. Лючок на боку машины есть, но если его открыть, то непосвященный человек увидит какую-то инопланетную штуковину. И куда тут топливный шланг пихать? Главной же ошибки дамы был выбор заправки. Она по привычке заехала на обычную, где и в помине нет нужного оборудования. Заправка для электромобилей выглядит как-то так, и владельцам приходится учить их адреса, потому что таких довольно мало, даже в развитых странах. Так что если сложить все воедино, у несчастной девушки не было никаких шансов на успех. Тут не смеяться, а пожалеть надо. Не забудь подписаться на канал. Жми на колокольчик. Пока-пока.